Какие кармические причины бессонницы и как от нее избавиться? С вами Марина Хмеловская. Оставайся со мной до конца в этом видео, и ты узнаешь все лайфхаки и секретики. Итак, давайте разберем с точки зрения кармы, почему мы не можем заснуть. Это уже следствие, это уже кармический плод, который раскрылся в нашей реальности, где мы видим себя ворочающимся на подушке, беспокойные мысли, что-то нас тревожит, мы не можем заснуть. Почему так происходит? Есть одна простая кармическая причина. Мы стали причиной того, что после нашего разговора или взаимодействия другой человек точно так же мучился, тревожился, не мог заснуть или имел какие-то беспокойные состояния. В этот момент, когда вы мучаетесь от бессонницы, вспомните, возможно, вы вынесли мозг мужу или потрепали нервы своей подруге, или, может быть, поссорились с мамой, и мама потом пила корвалольчик и говорила: «Господи, ты меня до могилы доведешь», ну, как обычно наши мамы это и говорят, да? И испытайте разумное сожаление, что вам не хватило мудрости выстроить коммуникацию так, чтобы человек после даже сложного разговора с вами остался в спокойном состоянии. И дальше что мы делаем? Мы испытываем разумное сожаление и говорим в этот момент: «Я и так уже страдаю, я и так не могу заснуть. Так пусть же все люди, которые сейчас испытывают бессонницу и мучаются от нее, пусть они заснут. Я беру все их страдания на себя в этот момент. Я отмучаюсь за всех них, а они пусть заснут. Пусть заснут сладким, крепким сном». Вот испытайте это такое внутри прям искреннее желание забрать страдания других людей. Посмотрите, что будет. В течение 10-15 минут, скорее всего, если вы искренне сделали эти два совета, применили, вы заснете. Почему? Потому что, желая другим людям избавиться от страданий и понимая, что даже бессонницу мы создали своими мыслями, словами и действиями по отношению к другим людям, эта карма быстро истончается. И тогда, желая избавиться от страданий другим, мы сами избавляемся от страданий и засыпаем сном младенца. Подписывайся на мой канал, если ты еще не подписан, и ставь колокольчик, чтобы оставаться на связи и получать обучающие видео по карме. Марина Хмеловская всегда с вами. Пишите комментарии, будем разбирать. На самые интересные вопросы буду записывать видео-ответ.